А вот у вас там на заводе какие заработные платы в среднем? Мало. Ну хотя бы 50 тысяч будет, раз продукцию делаете. Нет. Нет. 30. Даже меньше, елки-палки. Ну 20, да. 25. Ну, 25 это только начисление идет у нас. Если начисление, то значит тогда еще что-нибудь будет потом. Или это до налогов или после налогов? Ну, в общем, где-то 24, наверное. 20, 23, 24, где-то так. Не больше. Печально. Так и когда у тебя вот именно будет отпуск, где ты его предпочитаешь проводить? В Красноярском крае или же если будет какая-то возможность хотя бы на море съездить? У меня брат живет во Владивостоке. И я как бы обычно или у родителей, или у брата. Да уж. Ну, у меня нет загранпаспорта, я за границей ни разу не была. И как бы, ну, не знаю. Так хотя бы в Сочи съездить, там, в Анапу, в Геленджик. Ну, для меня это неинтересно. А ну какие, значит, это у тебя интересы, что тебе вот такой вот прямо адреналин тебе придает? Ну, я хочу съездить за границу, побыть за границей. Я хочу, ну, как бы... Но пока у меня возможности нет куда-то съездить, куда-то слетать, где-то побывать. А так, да, для меня вот интерес куда-то это... Ну, за границу съездить. Ну да. Конечно, ну в Европе очень много достопримечательностей, плюс ко Да. всему. Представляешь, я еще в Турции не был. Хотелось бы там это Истанбул посмотреть. Ну, не знаю. Я нигде там не была, поэтому я не могу ничего говорить. Ну, а вот страна, которая тебя больше всего вот интересует, где бы тебе больше всего захотелось побывать. Да. Ну, наверное, моя мечта это в Египет съездить. Я вот прям хочу А, туда. все отлично, супер, хорошо. Да, я вот прям хочу туда. Ну, надеюсь, я там побываю. Придет время, я там побываю. Да, несомненно. Ну да, я тоже так думаю. И вот. Придет время, я там побуду. Ну а так, на какие темы здесь общаешься? Если честно, я вот только недавно, вот, буквально, может, минут 20 назад, много знакомых за границу переехала. Все решили жить там. И в основном куда переехали? У меня знакомые, семейная пара, друзья, они переехали в Аргентину, по-моему. Да, в Аргентину они переехали. Ничего себе! Да. И у них, они жили здесь, у них было трое детей. Подружка моя забеременела четвертым ребенком, и они с мужем, короче, переехали вот в Аргентину. То есть, получается, она сейчас в Аргентине, если, ну, рожает, у них у всех появляется ихнее гражданство, ну, там, ну, ихние паспорта эти зарубежные, или как это говорится, ну, я не понимаю в этом. Прикольно. То есть у них будут и российские, и зарубежные паспорта. И вот они рожают там, и то есть там у них государство поддерживает их больше, чем здесь, в России. И вот Даже они так. переехали туда. Адар. Понятно. У меня подружка живет на Кипре, в Лимассоле. И говорит, я по России скучаю, но я туда не больше не вернусь.
Я, говорит, буду приезжать туда в гости. Я говорю, ну понятно. А есть такие, он говорит, вот я живу сейчас, говорит, за границей, и я, говорит, прям хочу домой, хочу в Россию, хочу в свой, говорит, мороз там туда-сюда. Ну вот, я поэтому и спрашиваю тебя.